Дмитрий Денисович, там девушки приехали из Москвы. Землячки. Пускать? Да. Девушки, а вы кто? Мы группа «Блестящая платина». Ну, начинайте. Питер пить, Питер пить, Питер пить, Питер пить. Дмитрий Денисович, ну так же нельзя, они вообще петь не умеют. У нас в Москве все так поют! Креативненько. Ладно, хорошо. Как вы меня все заеб... Ты иди нахуй! Ты иди нахуй! Много исполнителей в России появляется и тут, и там. Только музыки не осилить и не привыкнуть к новым именам. В Ростове читают рэпчик, кому Бог слуха не дал. В Москве безголосый вечно шансон уже всех задолбал. В Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. В Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. Питере петь, Питере петь, Питере петь. Я послушал, в общем-то, немало, освободит бы место в голове. Ну когда же уйдет эта Алла и разобьется рюмка на столе? В Ростове читают рэпчик, кому Бог слуха не дал. В Москве безголосый вечно шансон уже всех задолбал. Лишь в Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. В Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. Мы несем потери, и, казалось бы, уже финал. Питере мне хочется верить, фонограмму вытеснит вокал. В Ростове читают рэпчик, кому Бог слуха не дал. В Москве безголосый вечно шансон уже всех задолбал. Лишь в Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. Питере петь, в Питере петь, в Питере тире петь. Давай! Питере петь. Уважаемый, работать-то будем? Питере тире петь. А можно мне тоже прослушаться?